Доброго времени суток, уважаемые подписчики и дорогие гости канала Квант. Сегодня у нас очень-очень много реплеев, которые надо прокомментировать. Даже не знаю, успею ли или нет. Сегодня у нас четверг, 15 августа 2024 года. И что у нас на мониторе, на карте? Ранги, Устье и Капитан Очевидность, клан Квант. Аватарочка у него такая хорошая. Идет в бой наш дорогой человек. Кто-то пришел, как я понимаю. Да, привет, Саныч. Здорово, здорово. Я тут занялся комментариями, не отключил Дискорд. Ну ладно, или послушай меня, или надо как-то мне... Ну, я сейчас ничего не смогу сделать, не хочу просто показывать экран. И все, продолжай, я просто микрофон у себя выключу, чтобы тебе не мешать. Хорошо, хорошо, спасибо. Я с следующего боя уйду куда-нибудь, или Дискорд вообще отключу. Итак, у нас Капитан Очевидность на Сталинграде. Стали ребята присылать с каждым днем все больше и больше реплеев. Интересная эта тема. Канал у нас как бы пользуется популярностью. Да и всем, честно говоря, хочется, чтобы, как бы так сказать, чтобы себя-то похвалить. Ну, в общем, те, кто хоть немножко разбирается в игре, оценили их уровень игры. Посмотрели. Ну и всем приятно, хорошая и добрая оценка их работы. Только вот пришел с работы, все бросил, начал заниматься реплеями. Ну, надо как бы заниматься продвижением. Если не сделает это командующий, кто еще сделает? Некому делать. Так, что у нас? Где у нас РЛС? Давай РЛС, давай РЛС, Сталик, давай РЛС. Опаньки, кер, здесь вампирчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как неудачно. Да ё-моё, давай еще разочек, дружище, блядь, добивай его. Ё-моё, да чё ж так мало-то, блядь. Да, вот это был фраг, конечно. Сука, такая плюха. Торчок такой пролетел обратно. Это были упущенные возможности со стороны Сталинграда, управляемым игроком кланом Квант, Капитаном Очевидностью. Можно было этот фраг себе забрать 100%. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой, какая неприятность, блядь. Сталик по борту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это задница, блядь. Слава богу, мы не в засвете. Газу, газу, блядь. Сейчас этот прекрасный Кюрфюрст появится. Только не стреляй, только не стреляй, Капитан Очевидность. Только не стреляй, дружище. Шлифон, зараза, иди быстрее точку возьмем. Только и пришел с работы, сразу вот занялся. По одной лодке минус, ё-моё, блядь. Вот это, да, вот это началось. Часопик тоже может втереть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слава богу, пушки в другую сторону повернуты, блядь. Вот это жопец, блядь. О, две цыточки. Ну ему как слону дробина, блядь. Чанченгу этому, блядь. Ой-ой-ой, а там еще и Сталинград, блядь. Надо задницу убирать. Ну, хочу получится, даже интересно. Ой, три цитки, ё-моё, серенький. Посмотри внимательно, как надо выбирать, убивать цитки. Учись, учись, дорогой наш человек. Да тебе такие вещи нравятся, я понимаю. Давай еще раз, вот, скажи, еще хотя бы парочку. О-о-о, я Ванга, блядь, ни хрена себе. Вот это да, вот это реально хороший бой, это реально хороший реплей, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто ж нафиг пососал шлифачок? Да ладно тебе, шлифачок, зараза, блядь. Ну, вот есть опасность, что сейчас корму развальцуют, блядь. Нашим... Ну, давай сюда. А, не-не, блядь. Так, что делать, я сам в шоке, блядь. Наших там два, Йода отступает. Ну, надо, да, вот поэтому попробовать по часопику. Вообще, конечно... Раскатка. О, блять, опять цитка. Ну началось. Вы чё, мне? В остров уперся. Ё-моё. Левел там или чё это за клан-то, блядь? Эвен. Ошибка у товарища. Или, блядь, или чё это за...
Alive. Ошибка, 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 ошибка. Ну, давайте посмотрим, что это будет сейчас опить. Примем решение, сколько он сейчас циток нахапает. 9 циток в общей сложности получилось. Нихера себе. Да, тут циточки не получилось. Сталик уходит. Ну, давайте, добивайте через опика. И все, это же победа. Блядь, он пьяный. Пилот на часопике алкаш. Утверждаю, что как минимум, блядь, литра 3 пива в нем сидит. Вообще грамотно сыграла команда. Наша команда, назовем ее так. И крайне безобразно на раскат. Ёпсель-мопсель. Добрали Сталика. Убили Сталика. О, Винсент идет, боится, что часопика заберет. Наш Сталинград, капитан очевидность. Ну да, Винсент. Прошаренный пацан, да. 108 урона. Очень неплохо. Очень. Вот это реально хороший бой. Вот прям тут не добавить, не прибавить. Я так не умею играть. Ну чё, из-за угла ему вот так по морде. Это я еще не ел, поэтому я такой активный. Если бы я поел, я бы уснул. Ему по морде. Давай ставь борт, Курфюз. Ставь, я сейчас. Я бы еще выкатился и взял левее. Вот я такой активный парень. Да. Эпическая сила. Это что он творит-то, блядь? Давай заднюю. Ой, как хорошо-то. Вот цитки меня прям реально возбуждают. Казалось бы. Ну-ка, давай посмотрим, что. Да. Ну что, доберем мы его. А, нет, не успеем. Тут, как всегда, помощничка, блядь. Дожрать фрага, блядь. Ну-ка. 11, 10. Ну, 10 вроде было. Нет, не дали нам его доесть. Но бой очень прекрасный бой. Вот смотрите, ни одного фрага, 140 тысяч урона, очень красивый бой. Я, по большому счету, бой выиграл именно наш Сталинград. Ну это мое личное мнение, мое как бы такое неэкспертное мнение. Я такой слабый специалист, недавно в игре. Вот, ну да, вот коллеги по, смотрите чат, коллеги по бою, по команде оценили усилия. Посмотрим, какой будет результат. Захватить указанную точку. Давай РЛС-ку, может быть он не тут, блядь. Сейчас он останется на респе где-нибудь. Вот это да. Неожиданно. Ну, сейчас шлифак его сожрет, блин. Даже без вариантов. Не успел шлифак. Посмотрим, какие будут результаты по чистому опыту. Мне вот последнее время больше как бы нравится оценка по чистому опыту. Она дает. Ой. Ну-ка. И чё? Да неужели убьем? Ну. Да, сам себе подсветил, вовремя зарядил фуги. И шмальнул.
Так вот, мне больше нравится оценка по чистому опыту. Она какая-то там, ну, второе место. Я почему-то... А, ну, тут три лодки забрал шлифом. Ну да, мастер ближнего боя, основной калибр и прочее, прочее. Да. Молодец, молодец. Очень хороший бой. Ребята, всем добра. До новых встреч. Лайк, подписка. У меня еще то ли 5, то ли 6 реплеев.